Просто ну, вот, возле входа посиди. Один. А вы куда пойдете? Вниз? Мы, нет, мы вот будем. Как-то очень стрёмно. У меня такое ощущение, что сейчас кто-то выпрыгнет. Всем привет, ребятки! Сегодня мы с вами посетим Морятник. Это известное очень место в нашем городе, заброшенное. Это недостроенный плавательный комплекс для детей. Что про него сказать? Здание уже заброшено более, наверное, 20 лет, я не знаю точно. Оно сейчас находится в аварийном состоянии, и в этом месте очень часто собирается, ну, такой контингент, я бы сказал, не очень хороший. То есть всякие алкоголики, долбоебы всякие. Поэтому сегодня мы с вами сделаем обзор этого здания, посмотрим, что там есть. А сегодня у нас день ВДВ, правильно? Да. Сегодня у нас день ВДВ, я не знаю, какое число, 2-е, да? Да, 2 да. Августа, день ВДВ. А мы пока шли сюда, увидели, что два ВДВшника шли как раз-таки в то здание. На всякий случай мы взяли с собой нож. Кстати, вот сегодня я со своим дружком, его зовут Никита. Дружок, да. Дружок Никита. Короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, включайте уведомления и пишите комментарии. Все, мы выдвигаемся. В общем, вот такое вот здание, ребят, в начале. Вот это вот прям вход такой очень, как вам сказать, самое популярное место, то есть где можно войти, я бы так сказал, да. Вот здесь вот должна быть, как вы поняли, крыша, но ее почему-то нету. И я не знаю вообще, как изначально выглядело данное здание, мне даже интересно. Но фото никаких нету. Потому что нам ничего на голову не прилетело, самое главное. Привет. Вот этот центральный зал, здесь, наверное, должен был быть огромный бассейн, как я понимаю. Что? Это нам? Да. Сейчас. А, вот так вот это все выглядит. Да. Конструкция очень классная, мне прям нравится на самом деле. А, такую вот штуку я видел в Красноармейском районе. Вот там примерно такая же есть крыша, там тоже вроде должен был быть бассейн, он заброшенный, но крыша там точно такая же. Коридоры длинные. Я как здесь был зимой, здесь прям очень сильно капала вода везде, и мы прям с моим другом очень сильно трухали этого, боялись, ну я имею в виду очень сильно ссали. В общем, поднимаемся наверх. Не помню, они на втором этаже. Смотри, дырки аккуратнее. Хорошо, спасибо, что предупредил. Ребят, я просто сейчас в тотальном ауте, я монтирую видео и открываю на полный экран, и у меня на экране пролазит вот эта гнида. Чё за дичь? А вы здесь завсегдаты? Да. Ну, что вам рассказать? Что интересно? Ладно, окей. Ну расскажи про убийство. Про убийство? Не знаешь? Про убийство? Окей. Да. Подожди. Не-не-не. Есть подвал. Подожди. А подвал, ну, кстати, закрыт? Какой тебе интересно? Ну тут я вроде читал в Википедии одно было. Одно? Да, в 2008 году. Смотри, тут было убийство, ну, за последние 10 лет штук 5. А. На первом... Можно сказать больше. Нет. На первом этаже убили... мелкого, ну там пацану было лет 12-13. Ага. На втором этаже просто-напросто человек умер. Ну, было сказано то, что он не выдержал энергетики. Типа его сердце не выдержало. О, интересно. Ну, кстати, на втором этаже как раз таки крылатая комната находится там. Свои, ну, там своя история. Угу. Потом увидишь тоже в Ютубе. На третьем этаже был убит человек просто за то, что он гроулил. Вот. Знаешь, что такое гроулинг? Да, я вокалом вот. Занимаюсь. Вот. Вот он за это был убит. Ага. Многим не понравилось. А кто? Ну... Алкоголики, наверное, какие-нибудь? Нет. Не то, что алкоголики, но, может, наркоманы какие-нибудь? Нет, не то, что наркоманы, а алкоголики. Это просто-напросто больше такие, типа, сатанисты были. Ага. Вот, на втором этаже, там, вот мы сейчас на третьем находимся, на втором этаже там есть такой, типа, дверной проем.
Ага. Вон, видишь. Скорее всего, если у тебя... Вижу, вижу. Хорошая. Вот, там сатанка находится. Серьезно? Да. Там, бля, сейчас пойдем туда. Если что, можем проводить. Там, типа, короче, проводили такие не въебаться обряды какие-то. Я приходил тут зимой снимать, но, короче, мне не понравилось то, что я просто слышал, что будут сносить, и я поэтому решил прийти поснимать последний раз. Понятно. Да, они не будут сносить ее. Знаешь, почему? Почему? По одной простой причине, это, короче... Никит! Никита! Подождите сейчас. Ты где? Я слово одевать. Его не сносят до сих пор, потому что, блядь, это типа как культурное достояние и все остальное. Мы сейчас, кстати, проходим вот. Если сюда подняться, вот это вот комната сатанка. Угу. В том углу. Происходил такой момент, то, что сжигали кошку, в том подойдет. Крысу. Подожди. В углах, короче, да? Да, вот в углах. Угу. Пойдем. Здесь же горят кошку. Угу. Это я точно знаю, потому что я это вдруг видел. Здесь же горят крысу. Здесь, вот именно здесь, вот в этот район, короче, был такой момент. Была стычка таких индивидуумов, как панки и сатанисты. Угу. И, честно, я не помню, кто из них, ну, короче, упал туда. И что с ним случилось? Ну, короче, ну, его вытащили, он переломал ноги, руки. А то есть там комната и выхода нет, да? Там вообще нету, то есть ты только здесь спускаешься. Так, хорошо, правильно. Вот она, кроватая комната. А, ну вот здесь мы фоткались сегодня, да, я ну, подругу вот, приводил. Понимаешь, вот они, вот одно крыло, вон там второе, оно все закрыто, блядь. Типа пятюшка, блядь. Да. Это она так и называется, да, крылатая комната? Да, крылатая комната так называется. Охуенно. А смотри, вот наверх посвети, она на саму крышу идет. Ага. Это, короче, должен знаешь, быть... Знаешь, почему она крылатая комната? Потому что отсюда люди падали. Бассейн. А оттуда, да? Да. Не, ну по сути это... Эти там прям сюда падали, да? Да. Вот. Наступи сюда. Здесь может быть, блядь, осколок человеческого нахрена. Костного мозга. Там, блядь, не знаю. Сейчас поднимемся на четвертый этаж, керамзитку. Угу. Вот. Где я окон прям... нет? Маленький потолок, да? Там вообще, вот, вас на 5 минут оставить, вы там немного приедете. Да, она. Просто вот, возле входа посиди. Один. А вы куда пойдете? Вниз? Нет, вот будет, на этом этаже. Возле какого входа? Вот здесь? Да, вот здесь посиди. Что ты думаешь? Можешь чуть подальше. Здесь дышать тяжело, вот, наверное, из-за этого нагонять будет, потому что воздуха нет здесь. Только из-за того, что по лестнице поднимались. Нет, тут душно. Вот давай, накошмарь то, что здесь, блядь, нечисть. Серьезно? Присядь. На, Никит. Ебать, я сильный. Давайте посмотрим. Давай. Окей. Знаете, какие-то мурашки. Прям очень неприятно. Вроде мне кажется, что парни подвыпили. Но здесь как-то очень стрёмно. У меня такое ощущение, что сейчас кто-то выпрыгнет на меня.
не знаю, пока все нормально. Здесь очень душно, такая комната закрытая, и, возможно, здесь же керамзит лежит, возможно, это сюда воздух не попадает, полностью все закрыто, маленькая дырочка есть, здесь, в принципе, все закрыто. Сейчас разогревается очень, у меня нож сейчас скатился. С нихуя просто. Вообще, я человек скептический стал, уже ни в чем, ни во что не верю. Может быть, если я сейчас пытаюсь успокоить как-то. Какое-то, знаете, неприятное здесь. Вроде такое чувство. Какое-то странное. Ребят, вы там? Ребят. Здесь очень сильное давление какое-то, знаете. Когда у вас температура, такое ощущение, что в голове все свистит, как-то жужжит. Вот, например, сейчас такое состояние. Все опять, наверное, обуславливается тем, что здесь нет воздуха. Здесь полностью закрытая комната, и из-за этого, наверное, тяжело дышать. Это первое. Второе, вот разогревается какое-то воображение, непонятно. Почему-то я не слышу голоса своих друзей новых. И Никита. Меня это немного пугает. Они могли даже порофлить и оставить меня здесь. Почему у меня есть вот это? Живой? Ага, испугал. Нет, не испугал. Живой? Да. Нормально. Дышит. Здесь заебись. Я тебе говорю, здесь какое-то... Из-за того, что, наверное, нет воздуха, здесь очень неприятно стоять. И вот, здесь раздолбанное. Ну, вот так вот, сидел. Охуеть. В общем, ребят, мы поднялись на крышу. Здесь вот как раз-таки место нам сейчас показывали, откуда падали люди. А, вот оно. А, да, вот оно. Получается, внизу крылья ангела, черные и белые. Вот примерно вот отсюда откуда-то сигали люди. Вот здесь вот, в принципе, должен был быть огромный бассейн. В общем, ребятки, мы с вами немножко посмотрели «Морятник», нам немного о нем рассказали, завсегдатые здесь люди. Я сначала подумал, что они какие-то ненормальные маньяки. В общем, я вам показал, в принципе, небольшую часть «Морятника». Мы с вами погрузились в такую историю, что тут, в принципе, было. А вообще, я читал, что здесь было только одно убийство по пьяни, но, как оказалось, со слов вот как раз-таки этих парней, что здесь было очень много убийств, и место на самом деле нехорошее. Но место как раз-таки очень популярное среди вот молодежи всякой, да, прийти побухать, посидеть, потусить, пофотографироваться и прочее, прочее, прочее. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и включайте уведомления. В общем, в принципе, мы, наверное, спускаемся и уходим отсюда. Всем пока-пока!